Без заборов и ограничений. Проспект 50-летия октября в Петропавловске благоустроят в рамках мастер-плана столицы Камчатки. Этот участок станет одним из самых больших проектов. Его разработка находится на стадии завершения и готовится к заходу в экспертизу. Это центральная коммерческая, по сути, зона нашей столицы. Это такой променад со множеством коммерческих функций, со множеством развлекательных функций. Там сосредоточено большое количество торгово-развлекательных центров. Там находится рынок центральный, то есть на 6-м километре. Там множество вот таких сложных по сочиненности, сложных по сопоставимости друг с другом функций, включая в себя и жилую, и прогулочную, и коммерческую, финансовую и так далее. В проект благоустройства включат в первую очередь пешеходные зоны, то есть удобные тротуары, пересечения и перекрестки для пешеходов. Мы хотим сделать эту улицу действительно такой центральной, по образу множества таких центральных коммерческих улиц других городов. Тем более, что сама функция уже определена, ну, что называется, исторически, сложилась за последние десятилетия. Также будут благоустроены примыкания и перекрестки, и вот те небольшие, скажем так, общественные территории и пространства, которые прилегают к этому променаду. Они небольшие по территории, но очень важные, потому что это места остановки, места разгрузки, места перехода через улицу и, скажем так, места, точки для, ну, что называется, встреч и точки пересечения функций. Михаил Кудряшов добавил, что территория рядом с рынком, где находится городской фонтан, подлежит глобальному переустройству и пересмотру. Очень много предложений, очень много, ну, таких, можно даже сказать, колких замечаний по поводу текущего состояния и благоустройства этой территории мы получаем от жителей. Мы действительно пересмотрели, сделали ее более современной, а главное, что более доступной горожанам, без заборов, без ограничений. Скажем, такая безбарьерная среда на протяжении нескольких километров. Вот что было основой для задачи перед проектировщиком. Отметим, мастер-план – это проект по масштабному благоустройству столицы Камчатки. Центр Петропавловска должен перестать быть производственным и стать главной точкой притяжения туристов. В основе его благоустройства и реконструкции – принципы отражения природного ландшафта в градостроительстве.